Закажи фужеры и фрукты. Я в душ. Айала. Я быстро. Да, любимый. Айла, я уже на стадионе. Одну вещь хотел тебе сказать. Я люблю тебя. Ты же это хотел сказать? Я тоже так тебя люблю. Хочу, чтобы ты победил. Ты мой чемпион. Ты меня перебила, Айла. Я хотел рассказать один свой сон из детства. Детский сон? Прямо сейчас? Я давно должен был сказать тебе об этом. Я тоже хочу рассказать тебе один секрет. Серьезно? Ты уже знаешь, кто? Представляешь? Я знаю, а ты нет. И чтобы узнать, ты сегодня должен победить. Ладно, уговорила. Сегодня всех порвем. Буду играть так, как последний раз в жизни. Одна из наших самых приоритетных целевых аудиторий – молодые женщины в возрасте 21-35 лет. С высоким уровнем дохода, успешные, уверенные в себе, спортивные, стильные, смелые. Ничего нового. Ну, это я еще скромно подаю материал. Я могла бы связать нашу историю и традиции. Это как же? Объясни. Степная женщина всегда была свободной. Она наравне с мужчиной пересекала огромные пространства. Что ценит степная женщина? Свободу, скорость. Именно поэтому она очень тщательно выбирала себе коня, чтобы уже ни в чем не уступать мужчинам. Дальше. Казахская национальная игра каску. Если девушка не хотела, чтобы ее поцеловал джигит, то он никогда не смог бы ее догнать. И напротив, если она хочет, жаждет этого поцелуя, то она как бы слегка притормаживает своего коня и тем самым дает ему шанс. И чем слаще поцелуй, тем сильнее она его отхлещет камчой, как только он ее догонит. И напрашивается вывод. Где расстояние, где скорость, там и приключения. А вдруг именно вас найдет ваш джигит. Когда вы молоды, вы смелы, вам нужен такой скакун, который будет соответствовать вашему характеру. Вы слишком увлеклись историей. Говорим по поводу современности. Ну а чем отличается современная молодая казахская девушка от своих предков? Мы также любим независимость, ценим свободу. Мы всегда открыты к чему-то новому и, в конце концов, мы всегда готовы к... Наш приоритет — это безопасность. So, let's break for lunch, gentlemen. Great idea. А к этому вопросу мы вернемся позже. Let's go! Super. А где няня? Няня отпросилась. Вы за мной приехали второй раз в школу в этом году. Надо пометить этот день как праздничный. Как праздничный, говоришь? Да. А ты знаешь, сколько праздников и выходных в году? Мам,
Вы же понимаете, я не об этом. Вы вчера снова поздно пришли. 119 дней. Представляешь? А по поводу вчерашнего я тебя предупредила. У нас был корпоратив. И потом, как только ты позвонила, я сразу же приехала. Ну да, тогда уже было почти утро. Говоришь, второй праздник в этом году? А какой же был первый? Когда перевели меня в эту школу. Все-таки я должен тебе это сказать, Элла. Именно сейчас. Потому что отвечаю за тебя, за вас обоих. Потому что... Ну, ты всегда волнуешься перед игрой, милый. Я уже заметила. Главное, дыши носом. Помнишь, как я учила? Да и что с нами может случиться, когда ты рядом? Ты такая маленькая. Не понимаю, как Бог мог придумать такую, как ты. Любая травинка сильнее тебя. Ну, неправда. Ты еще не знаешь, какая я сильная. Аэла, запомни, если солнце светит, это я тебя люблю. Если дождь, это тоже я. Я к черту все законы физики сломаю, но буду любить тебя всегда. Иногда ты меня пугаешь. На чем я остановился? Гости. А, гости. Да, гости. Угу. В общем так, это Чимбулак, шашлыки, сауны, мауны, это все я возьму на себя. А что мы им здесь будем показывать? А что мы им здесь будем показывать? Вот. Как раз этим ты и займешься. Не поняла? Наши предложения. Было бы классно, если бы всегда меня забирали со школы. Было бы, если бы не бы. Вот красавчик. Что не говори. О, а я Лушка. Здравствуй. Здравствуй, Дамир. Такая большая. Я тебя знаю. У меня в комнате висит плакат с твоей фотографией. Ты Дамир? Амина, с дядей Дамиром надо говорить на «вы». Вы же папин друг, правда? Да. Держи. Держи. Это тебе подарок от нашего Карлсона, но который не живет на крыше. Это здесь подписи всех наших друзей, и все они знали твоего папу, нашу команду. Классно, спасибо. Ты так и не скажешь, зачем пришел? Айла, ты имеешь полное право меня ненавидеть. И я сам порой готов себя убить. Но он любил хоккей. Это была его жизнь. Его жизнь была я и его дочь у меня в животе. Вот это жизнь. О чем ты, Дамир? Я
не хочу сейчас это обсуждать. Если ты пришел за прощением, то я тебя прощаю. А сейчас ты лучше уходи. Никто не знал, что у него был порок сердца. Он от всех его скрывал. Даже ты этого не знала. Но ты-то знал. Ты знал и молчал. Он бы мог спокойно любить хоккей, даже будучи тренером. Айла. А в тот день, перед тем самым матчем? В тот день он сказал мне, если я не буду играть, я умру. Я отговаривал его, я отказывался. Ну, ты же знаешь его. Тогда он, его врач, он сказал, что его врач что-то не нашел в этой там... Ты его убил, Дамир. Его убил. Мы ведь даже не успели сдать документы в ЗАГС. Люди думают, что я нагуляла Амину. Перед игрой. Расскажи мне свой сон. Ты говорил про какой-то детский сон. Глупый сон. Не волнуйся, все будет хорошо. Люблю тебя. Приходил Дамир, и у меня появилось ощущение, что ты рядом. Вот-вот должен зайти в дом, обнять дочку, обнять нас обеих. Я вдруг вспомнила твой запах. Сумасшествие какое-то. Это неправильно. Ты не представляешь, какими глазами она смотрела на Дамира. Ей нужен отец.
Я думаю, с одной стороны, это хоккейная клюшка. С другой стороны, тут автографы папиных друзей. Это сувенир. Получается, это бесполезный подарок. Ну почему же бесполезный? Ты же сама сказала, что это сувенир от папиных друзей. А это значит, что это памятный сувенир. А расскажите мне о папе. Знаешь, чтобы паста на клюшке не стерлась, мы покроем ее лаком. Сейчас? М-м. Няня на тебя жалуется. Говорит, из-за того, что ты поздно встаешь, не успеваешь позавтракать. Поэтому спать. Аялушка, привет. С каких пор ты встаешь в 6 утра? Я тебя записала к одной сильной мадмуазель. Ясновидящая. Она уже и Мику вылечила, и Айгерим. И вообще, она нереально крутая бабка. Точно гадалка? Я же тебе говорила, она крутая. Извините, эта квартира называется Монреаль. Вас ожидают. А вы, пожалуйста, пойдемте со мной. Садись. Можешь прилечь. Спасибо, я лучше присяду. Закрой глаза. Не открывай. После его смерти ты стал бояться себя. У тебя страх. Ты рано потеряла своих близких, потом потеряла его. Я не смогу тебя избавить от страха самой себя. Твоей вины, что они рано ушли, нет. Но ты живешь, как во сне. Фильм «День сурка» видела? Ну, как-то так. Не теряй веру. Это очень важно. Вера, она в сердце. Религия – убийца веры. Художник? Реставратор. Картины реставрируете? Да, и их тоже. Тебе не нужно ничего делать, просто ждать. Уже скоро в твоей жизни появится мужчина. И молодой или старый? Да какая разница, сколько ему лет?
каждый мужчина появляется в твоей жизни для какого-то урока. И знаешь, что самое главное? Главное – делать правильные выводы. Ну, и что будет, когда он появится? Не знаю. Но, похоже, это главный мужчина твоей жизни. Ясно. Спасибо. Я пойду. А кому платить и сколько? Платить не надо. Потом, когда поймешь, что тебе помогло, придешь, оплатишь. Помогло? Ну, а если вдруг... Хорошо, спасибо. Сердце. Что сердце? Ну что? Наверное, она права. Мне действительно сидит какой-то страх. Конечно, нельзя рассказывать то, что она говорила, но я близкая подруга, мне можно. Ну, что она говорила? Делай выводы. Это я и так прекрасно делаю. Появится мужчина? Конечно, появится. Вон их сколько? Полный стол визиток. Она поможет. Вот увидишь. Ну, в смысле, ее сеанс. Она сильная, все исполнится. Вон, Мика замуж вышла. Родила. Странно, что чужую любовь можно увидеть. Очень странно. Может, мне надо было спросить про номера в рулетке? Выиграть миллионы? Зажить на островах. Ну что, жить себе не тужить. Но нет. Тут они бессильны. А про любовь они все знают. Помогают, видите ли. На чаек не пригласишь? Нет. Не вожу домой мужчин. Да и дочь еще не спит. А сколько ей? 8. У меня тоже есть 3 дочери.
Это, как говорится, мой билет в рай. И жена есть? Сколько же тебе лет? 48,5. Старшая, кстати, вот в Милане отучилась. Скоро возвращается. Красивая. Вообще творческая очень. Они с мамой ателье скоро открывают свое. Я машину-то ей, собственно, и купил. Подарок. 18 лет женился? Молодой был. Горячий. Глупый. Зато ты счастлив? Вполне. У меня 3 прекрасные дочери. Ну, а жена? Что жена? У нас с ней совместный бизнес. Раздельные спальни. Знаешь, я тебе вот что скажу. С женой я разводиться не собираюсь. У нас все-таки с ней совместный бизнес. Но обеспечить тебя и твоего ребенка – это не вопрос. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Подумай. А гостем я буду. Нечастым. Любовницей? Я подумаю. Торопить тебя я не буду. Ты опять не спишь. Мам, вы сегодня долго. Ты знаешь, я хотела найти тебе нового папу. Ты меня слышишь? Слышу. И ничего не хочешь мне сказать? А может, вы мне братика или сестренку родите? Знаешь, кто привел меня в спорт? Бабушка. А правда? Я был хилый, не мог быстро бегать. Задыхался. Ну, не верю. Обманываешь? Нет, нет, нет. Так было. Однажды даже в больнице лежал. Когда я надеваю шлем, выхожу на лед, всегда вспоминаю, как хирург одевал мне маску на лицо. Хирург? Да, операция шла несколько часов. Потом хвастался пацанам, что гулял по коридору. По коридору? По какому коридору? Ну,
Знаешь, там реально есть коридор. Он светится. Я шел по этому коридору и, знаешь, очень хотел увидеть тебя. Опять шутишь? А я поверила. Да почему шучу? Нет. Говоришь, был маленький, а хотел увидеть меня. Нестыковка. Думаешь? А я точно знал. Хочу увидеть именно тебя. Да когда налет? Уже скоро. Уже идем. Люблю тебя. Понравилась машина дочери? Да, конечно. Я в ее годы о такой мог только мечтать. Спасибо. Мне еще нужно время, чтобы ответить на твое предложение. А давай я тебя украду. У меня у друга тут отельчик в горах прекрасный есть. На лошадках покатаемся. Вино домашнее. Шашлычок на свежем воздухе. Тебе понравится. А если не понравится? Оденусь и поеду домой? Не хотела тебя обидеть. И мне вправду еще нужно время. У меня же еще есть время. И тем более я обещала дочери провести с ней выходные. У нее скоро день рождения. Надо присмотреть подарок. Клюшку лаком покрыть. Клюшку? Какую клюшку? Счастье. Дом ведь это не только стены. Дом это тепло. Тепло глаз напротив. Рука в руке. Детский смех, запах хлеба и кофе. Футбольный мяч в прихожей. Вот что такое дом. Дом это часть большого счастья. Так что все верно. Алло, Лаура? Здесь строится счастье. Боже, из-за каких пустяков люди могут ссориться? А еще мне надоели его ролевые игры. Он просто сумасшедший какой-то. Ты это о чем? Мы отвезли детей к его родителям. Mm-hmm. А он, кстати, у меня из обеспеченной семьи, в общем, проблем с финансами нет. Господи, о чем это я? Приезжаем в Магнум и делаем вид, как будто бы мы незнакомы. Я хожу. Выбираю продукты, рассматриваю ценники, но в корзину ничего не кладу. Он наблюдает за этим. Подходит ко мне и так ненавязчиво спрашивает. Для вас это дорого? А я отвечаю. Ну да. Не по карману. Он покупает все продукты, довозит меня до дому, помогает донести сумки, ждет, пока я открою двери и набрасывается на меня. Нет, я сама не против, чтобы было жестко. Я и сама этого люблю, но
Но мне надоело. Надоело постоянно играть нищенку. Ты чего? Прости, пожалуйста. А почему Магнум? Ну так, продукты на халяву. Мам! Мама, вставайте! Сегодня чей-то день рождения. Да, Руслан. Да, мы будем в пяти, как и договаривались. Это дядя Руслан? Ага, хорошо. Можно мне трубку? Так, сейчас, Руслан, минутку. Алло, дядя Руслан, здравствуйте. Я вам отправила трек на почту. Наша юная леди довольна? Не то слово. Даже мама так вкусно не готовит. Но это иногда. Я вас понял, принцесса. Позвольте. А это подарок от мамы. Надо перевернуть. Только мечты ведут человека к счастью. Мечтай, Димаш. Мама, ну я знаю, вы старались. Хотели, чтобы я удивилась. Но я ведь знаю, это не почерк Димаша. И тем более я не маленькая, чтобы меня можно было обманывать. Заверну. Ах, ты моя косочка. Я просто хотела сделать тебе приятное. Мам, вы можете мне сделать приятное, если расскажете о папе. Я понимаю. Просто каждый раз, когда ты меня об этом просишь... А тогда вы можете рассказать о моем дедушке. Какая ж ты маленькая, но такая хитрющая. Позвольте. Дядя Руслан, это все мне? Да, принцесса. Только не забудьте поделиться с мамой. Не забуду. Твой дедушка ушел, когда мне было всего 15 лет. Я тогда ничего не понимала. Мне просто было очень плохо. Не знаю, как я тогда пережила этот удар. Бабушка тоже очень переживала. Она, наверное, так сильно его любила, что не прожила после него долго. А потом появился твой папа. Он как будто чувствовал меня. Он отогрел меня. Ходил в кино, приглашал на свои тренировки. Он так меня смешил. Говорил, что мои глаза меняют цвет, когда я пою. Или когда улыбаюсь. Или злюсь. Я тогда впервые за несколько лет начала улыбаться. А потом он вдруг внезапно заболел. А потом появилась ты. Самое сокровенное, что у меня есть.
меня и для вас есть подарок. Держите. Это вас успокоит. С ней правда все будет хорошо. Ты знаешь, мы так все устроены, что нам обязательно надо за что-то держаться. За семью, за друзей, за землю. Некоторые держатся за деньги, за красивую жизнь. Но бывают обстоятельства, когда земля из-под ног уходит. И вот тогда кто-то падает вдребезги. А кто-то держится.
Вот как ты думаешь, за что? За что? Я вот не знаю. А вы знаете? Да я-то откуда знаю? Ну, за что-то держится, раз не падаете. Элла, мы уже выходим. Ты все-таки должна знать, в детстве у меня были проблемы с сердцем, а моего отца тоже. Зачем ты говоришь это? Сейчас? Ты должна знать. Люблю тебя. Всегда буду любить. Почему сейчас? Мне страшно. Все будет хорошо. Не бойся. Просто, если что, найди меня. Что значит «найди»? Или я тебя найду. Короче, все будет хорошо, мы встретимся. Не понимаю, что ты говоришь. Ерунда. Ерунда, родная моя. Иду на лед. Все будет хорошо. Я всегда буду с вами. Алло. Алло. Ты опять не спишь? Мам, вы сегодня долго. Ты знаешь, я... хотела найти тебе нового папу. А может, вы мне братика или сестренку родите? Мамочка! Амина? Как ты? Хорошо. Слушай, как ты меня напугала? Вас так долго не было. Целую вечность. Но я не плакала. Ведь я сильная, как и вы. Ты правда считаешь меня сильной? Конечно, мам. Вы рассказывали про папу, про бабушку и дедушку, как вы остались одна. А потом я увидела вас. Вы плакали. Не переживай. Я так хотела вас обнять. Но не могла. Еще, мам, я познакомилась с мальчиком. Да? Его зовут Ильяс. Но он тоже болен. Я не переживаю. Люди приходят в больницу, потому что они болеют. А потом они выздоравливают и уходят. Так что это нормально. Ну, привет. Привет. Я капельницу ускорил и теперь свободен. Что значит ускорил? Мам, это Ильяс. Ильяс – это моя мама. Здравствуйте. Ну, привет. Я обещала Мине кое-что показать. Кое-что? Угу. Так, Ильяс, подожди, а ты тут с кем?
Айла, добрый день. Это Мансур. Хотел с вами переговорить по поводу Амины. Угу. Можем встретиться в городе. Ну, в принципе, я не против. Вечером я как раз планирую заехать к Амине. Прекрасно. Я знаю одно местечко, где очень вкусно кормят. Хорошо. Тогда до встречи. В горах снег такой чистый. Я про Аминочку не спрашиваю, знаю, что там все хорошо. Счет за лечение оплатит компания. Спасибо. Продажи должны расти. Или я не справляюсь. Сергей Владимирович, у меня есть еще время. Я вас не подведу. Когда твой папа меня взял к себе в Академию наук старшим лаборантом, я все никак не мог понять, зачем он мне помогает. А вот сейчас до меня стало доходить. Время заявить о себе, Айлуш. И вот тогда твой папа обгоняет этого утюга. И шайба ему прям между глаз. Дамир? Привет, Айла. А как ты узнал? Ну, знаешь, ты тоже молодец. Могла бы и сообщить. Да, даже не подумала. И это даже как-то не по-человечески. Ты все-таки мне друг. Ну, прости, Дамир, я правда устала, замоталась, ну и как-то неожиданно это все получилось. Прости. Извинения принимаются? Угу. Хорошо. Я оставляю тебя наедине с мамой, а я побежал. Дядя Дамир приготовил мне сюрприз. Надо посмотреть матч с Паресом. Ближе к матчу я тебе напишу, ладно? Или позвоню? Завтра у Ильяса операция. Я решила эту каску ему отдать. Она ему нужнее. Ну, это ты хорошо придумала, молодец. А мы за него будем болеть и переживать, да? Я сейчас схожу к доктору Мансуру. Узнаю у него про операцию Ильяса, и у нас завтра выписка. Так вот, по поводу Амины. Не переживайте. Организм молодой, курс лечения. Но я это возьму на себя. Я вам очень благодарна. Вы знаете, я еще тогда хотела спросить по поводу Ильяса. О его болезни. Чем он болен? Об Ильясе я узнал, будучи в Японии. О нем мне рассказал мой друг Полошаковец. И когда я вернулся, я нашел Ильяса. Вот с тех пор, как полгода я его готовлю. Я знаю о нем все. Абсолютно все. Знаете, просто одинокий ребенок, когда помнит только больницы, капельницы, системы, уколы. Для него подсознательно это становится образом жизни. Выживать. Он просто не знает нормальной жизни. Просто-напросто не знает, как живут нормальные дети. Ну, а где его родители? Они его предали. Они отказались от него, когда узнали об этой болезни. Но вы ему поможете? Операция очень сложная. Операция проводится в условиях
искусственного кровообращения, с остановкой сердца и легких, с охлаждением тела до 32 градусов. Об этом нельзя говорить вслух, но у каждого хирурга за спиной свое кладбище. Такова жизнь. Но я не хотел бы, чтобы оно начиналось с него. Очень сильный и очень смелый мальчик. Господи. Мой император, я прошу вашего разрешения завтра вступить в бой. В бой за вашу жизнь. Обещаю сражаться самоотверженно. Враг будет побежден. Я приложу все усилия, знания и опыт. Но если враг будет сильнее... Я готов. Можем начинать? Можем начинать. Начинаем. Скальпель. Айола, здравствуйте. Здравствуйте, Мансур. У меня две новости. Одна плохая, другая хорошая. Только, пожалуйста, не пугайте. Операция прошла успешно. Это поистине хорошая новость. А вторая? Я очень проголодался. Не хотели бы поужинать? Если вам не с кем оставить Амину, то... Ну, мы... Как раз сейчас приготовили утку, запеченную в духовке. Так что, если вы к нам присоединитесь, мы будем очень рады.
встречи. Мам, а хорошо то, что ты приготовила лодку. Давно я так вкусно не ел. Это мамина фирменная. А у меня очень вкусный яблочный пирог. Яблочный пирог я тоже очень сильно люблю. Мне раньше бабушка запекала с апортом. А я знаю про апорт. Мама мне рассказывала, в ваше время вода была вкуснее, арбуз краснее. Кстати, я вас позову и дяди Дамира на яблочный пирог, чтобы покушать. Я ему обещала. Да вы не переживайте. Он папин друг, он на маму не претендует. Да, это хорошая новость. Меня впервые подвозит девушка на машине. Почему вы не сказали, что увозите Ильяса на клубнике в Японии? А я должен был? Я подала документы на усыновление Ильяса. Мне сказали, что это возможно только через полгода, когда вы приедете. А вы не слишком торопитесь с усыновлением? Знаете, быть матерью ребенка с врожденным порогом сердца – это большая ответственность. И неблагодарная ноша. Вы считаете, что я не справлюсь? Почему вы молчите? Вы готовы бессонным ночам? Постоянно жить в страхе, что в любой момент может случиться приступ? И зная о том, что... Вы считаете, что я не справлюсь? У вас будет два ребенка-сердечника. Вы отдаете себе отчет, на что вы идете? В Японии он получит нужное лечение, после которого ты будешь меньше переживать за него. Арена, это снова хоккей. Хоккей при заполненных трибунах, которые, конечно, пришли поддержать свою любимую команду. Игра сегодня непростая, как для команды, как и для клуба. Но я думаю, что поддержка зрителей, конечно же, скажется. Также сегодня матч еще и вдвойне приятнее и необычен тем, что сегодня сюрприз от хоккейного клуба «Барыс». Сюрприз непростой для нашей особенной болельщица, которая сегодня, сейчас, в данный момент смотрит эту игру вместе с нами
сидя перед экраном мониторов и, конечно же, болеет и переживает. Вот этот сюрприз, я думаю, вы все уже прекрасно видите и читаете сами. Сегодня это победа, а другого результата мы не ждем. Только для тебя, Аминочка, только для тебя. И поэтому мы вместе с тобой сегодня болеем, смотрим и переживаем. Да, дочь, все хорошо? Что случилось? Ты меня напугала. И что, прямо вся команда? Надо же, как интересно получилось. Ну, хорошо, я сейчас приеду. Угу. Мой император, мы победили. Я очень ждал тебя. Кстати, я завтра выпишу Ильяса. Пускай несколько дней поживет у тебя дома, перед Японией. А ты же будешь рядом с нами? Я очень хочу, чтобы ты был. Конечно. Наверное, мы этого заслуживаем. Ржаса ұзақ болсын. Жомарт бол, ата-бабасының аруағы қолдасын. Үлкен аталарындай шешен болсын. Халқына сыйлы азамат болсын. Әділ бол, әділетті бол. Батыр бол. Бақытты бол. Когда не бросишь? Никогда. Обещаю тебе. Я тебя никогда не.
ты называй меня мамой. Хорошо? Мама, я буду хорошим сыном. А почему ты плачешь? Тебе плохо? Нет. Не очень хорошо. Разве так бывает? Так бывает. А где Ильяс? Мама, а где Ильяс? No, you will not come today. I'm calling.